Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вы позвонили в центр поддержки клиентов «Уралэнергосбыт». Чем я могу вам помочь? Сотни звонков ежедневно, сотни вопросов южноуральцев, которые всего за несколько минут решают сотрудники клиентского центра «Уралэнергосбыта». Награда за упорный и добросовестный труд, победа в двух номинациях премии «Хрустальная гарнитура». Это самый престижный конкурс среди контактных центров России. Команда «Уралэнергосбыта» обошла крупнейшие организации страны и покорила судей уникальными технологиями работы с клиентами. Мы прошли жесткий аудит. Было задано около 500 вопросов. Жюри отметило нашу омниканальную систему. Их удивила такая функция, как передача документов, фото документов через телефон. То есть она легка в использовании, отмечена высокая оценка от клиента. Главная гордость компании – единый расчетный центр. Система объединяет все каналы, через которые челябинцы обращаются за консультацией. Так, всего за несколько минут клиент может получить разъяснение или услугу удобным способом. Для этого даже не обязательно выходить из дома. Уточните, пожалуйста, какой у вас вопрос? Мне нужно оформить лицевой счет. Все документы вы можете нам направить либо через интернет-приемную на нашем официальном сайте, либо через официальные мессенджеры, Вайбер, Телеграм и Контакт. При обслуживании клиента оператор старается подсказать где-то клиенту, где-то найти удобные ему варианты, да, как это возможно. Потому что мы можем даже при обслуживании доложить, если у нас есть фотография, отправить эту фотографию по иному каналу. Разобраться с квитанциями еще никогда не было так просто. Даже если у вас нет компьютера или смартфона, в расчетно-информационном центре «Уралэнергосбыта» работают умные устройства. А если вдруг появятся сомнения, сотрудники компании готовы прийти на помощь, ведь они всегда на связи со своими клиентами. Елизавета Лебедева, Павел Востротин, 31 канал.